дивитесь програму Prime Аналітика. З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Зі мною у студії політичний аналітик Олексій Калініченко. Вітаю вас. Добрий вечір. Та адвокат Максим Могильницький. Вітаю вас. Добрий вечір. Протинародні депутатки від Європейської солідарності Федини та волонтерки Марусі Звіробій відкрили кримінальну справу. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура, який, власне, і поскаржився на них до Генеральної прокуратури. Кримінальне провадження стосується причетності Звіробій та Федини до закликів вбивства президента України Володимира Зеленського та закликів щодо повалення державної влади. Причиною слугував відеострім обох жінок на YouTube, де вони обговорювали візит Зеленського у Золоте Луганської області. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Бо, як слушно Маруся натякнула, що там люди пережили страшні звірства, і вони кожного дня мусять захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством. Там ненароком може зірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сорочці або білій сорочці припреться на передову. Ти робиш таку шкоду цій країні, що всі бажають, щоб ти здох, і просто обговорюють, яким чином. Чи те повісять краще, чи те застрелить краще, що там граната зірветься десь. Ти розумієш, що там взагалі люди контужені на війні. Поки ти, блін, гроші заробляв, ржав і отут знущався з України, і з всіх її цінностей вони кров за це проливали, вони кінцівки за це втрачали, вони її боронили. Вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю. Тебе хто-небудь підірве там. Ти там пощастіше їсть. Я хочу, щоб ти там частіше їздив, а пацаки сьогодні просто морально не були до того готові. Нагадую нашим глядачам, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефони ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. А ми повертаємося до цієї теми, до фрагменту відео, яке ми зараз бачили. Пане Максиме, з вашої точки зору, все ж таки, де ця межа, яка є від власної думки до кримінального провадження і реального тюремного сроку? Тобто це дуже така важлива і складна тема для України, особливо коли в нас на території йдеться про такий серйозний громадянський конфлікт. І це дуже важливо, щоб зараз усі, і я думаю, що нашим телеглядачам теж дуже, дуже цікаво було б зрозуміти, це кримінальний злочин, те, що ми зараз бачили на екрані, чи це власна думка? По моєму твердому убежденню, то, що ми побачили, це хрестоматійний примір совершенного преступления проти авторитета власті нашої государственної, які предусмотрені несколькими составами преступлений, описанными в статье 344, 346, возможно, в статье 258, 258 со значком 2 Уголовного кодекса Украины. Эти две мадам, которые таким образом высказались, они, на мой взгляд, совершили уже оконченный состав преступления, за который они должны понести наказание. Эти статьи, которые я перечислил, большинство из них находятся в разделе преступлений, которые совершаются против авторитета власти. Это серьезное преступление, за которое люди однозначно должны нести наказание. Почему? Потому что расшатываются устои нашего общества, расшатываются некие стандарты, на которых живет любая цивилизованная страна. А таким чином, яка саме кваліфікація? Тобто це тяжкий злочин, особливо тяжкий, чи там середньої тяжкості? Як зрозуміти? Здесь есть, среди статей, которые я перечислил, есть преступления, которые являются преступлениями средней тяжести, соответственно, преступления тяжкие, за которые эти люди должны нести наказание. То, что касается вопросов, суждений некоторых людей о том, что, возможно, это некое проявление своего субъективного мнения, это реализация свободы слова, то я с этим абсолютно категорически не согласен. Почему? Потому что здесь четко
определены критерии, что все-таки является преступлением, что преступлением не является. В данном конкретном случае эти два человека, они посягнули на авторитет государственной власти. Які рамки саме вони які саме рамки вони перейшли, як ви вважаєте? Тобто тут в чому конкретно полягає склад злочинів? Більш детально, я думаю, що люди дуже цікаво теж будуть це послухати. Яка предусмотрена статтею 346 Уголовного кодексу. А про що ці статті? Тому що, ну, ви ж розумієте, що наша аудиторія не знає детально там складу статей. Тобто більш детально все ж таки розповісти про конкретні дії. Що касається статті 346 Уголовного кодексу України? Це угроза або насилля в отношенні государственного або общественного діятеля. Тільки що ми просмотрели часть ролика, в якому ці дві жінки чітко проговорили угрозу убийством і насиллям, відповідно, в отношенні президента Зеленського. В данном случае это не частное лицо, хотя и в отношении частного лица это также является запретом, законодательным запретом угрожать убийством в отношении даже частного лица. В данном случае они адресовали свои слова в отношении президента Украины. Если мы говорим о имени, об авторитете этого человека, он не только принадлежит ему, как частному лицу, скажем так, да, он принадлежит всей стране, всему государству Украины. И самое для этого, это и статьи такие в криминальном кодексе, я так разумею. Конечно. И повышенная ответственность людей за совершение действий в отношении государственного деятеля, она и предусмотрена потому, чтобы делать некую, так скажем, превенцию, чтобы предупреждать людей от совершения таких действий, чтобы не расшатывать устои нашей государственности. Нельзя говорить о том, что наш президент, как эти дамочки выразились, пацанчик. Это, знаете, мем, который был запущен на территории соседнего государства, когда была проговорена такая фраза, которая стала там крылатой, о том, что он вам не Димон. Вот. Так вот, здесь тоже можно об этом говорить. Он вам не пацанчик, это президент страны. И, соответственно, он обладает неким иммунитетом и авторитетом, который, соответственно, все должны уважать до тех пор, пока он является президентом. Угу. Потому что если мы будем относиться вот таким образом к своему президенту, то мы перестанем себя уважать прежде всего. Дякую. Позвольте, я вопрос один задам, уточняющий. Если можно, да? Так. А по поводу юридических моментов. Подстрекательство – это что же является как бы своего рода наказуемым деянием? По сути, они занимались в данном случае подстрекательством, упоминая в своих высказываниях о том, что есть контуженные ребята, там, которые прошли АТО там, и так далее. И они там могут где-то в какой-то момент времени не совладать со своими чувствами там, и так далее, да, с психологическим состоянием. Конечно. То есть, конечно, по сути, вот за подстрекательство, за подведение к совершению преступления третьих лиц. И тоже ж есть какие-то нормы в законодательстве, которые предусматривают здесь наказание. Здесь может идти речь о статье 258 со значком 2 Уголовного кодекса Украины. А без детально расскажи, что это статья. Которая предусматривает ответственность лица за совершение призывов к совершению террористического акта. В данном конкретном случае мы тоже об этом можем говорить. Почему? Потому что они говорили о действиях, которые, возможно, будут совершены неким опасным способом. Взрывы, да, о чем они там еще перечисляли в своих фразах. Они говорили о совершенно таких, ну, людоедских вещах. Давайте называть вещи своими именами. Почему они конкретизировали, по сути? Конечно. Дело, да? То есть, конечно. Подсказывали кому-то, что кто-то может сделать для того, чтобы совершить покушение на жизнь государственного лица. Ну и гарантовали, что и сами это все. В нас есть дзвінок от нашего телеглядача. Вітаємо вас, вы в эфире. Добрый вечер. Я могу задать вопрос? Так, чуем у вас в эфире, задавайте свои пытания. Свое мнение. Да, спасибо за такую возможность. Я из Днепропетровска вам звоню. К сожалению, шоу продолжается в стране. И вот то, о чем вы сейчас говорите, говорят об этом на всех каналах, а за ваше там отдельное спасибо, что вы так разъяснили. За все происходящее стыдно, очень стыдно. Стыдно, что у нас есть такие женщины, я не знаю, матери они или они в будущем. Стыдно за то, что продолжается бездействие должностных лиц, что не работают законы,
То, что нам казалось, после выборов уйдет, оно не уходит. Я имею в виду анархию, правит улица. Создается впечатление, я думаю, что оно, ну, если не у большинства, половина населения страны, что власти, теперь уже нынешние, просто боятся эту улицу. Боятся вот таких активистов, которые у вас сейчас на экране. Боятся таких молодчиков, которые вот недавно в Одессе творили очередное бесчинство, и я так думаю, беззаконие. И вы знаете, я сейчас уже не думаю про тарифы, я не думаю про маленькие пенсии. Я тоже, к сожалению, пенсионерка, и не думала, что буду так жить плохо, как я живу на сегодняшний день. Я думаю о том, какое будущее нашей страны. Как мы выглядим вообще на международной арене. Стыдно, вот просто стыдно. Стыдно перед детьми и внуками, что безнадега, безнадега. Почему не работают законы? Почему все молчат? Вот что эти вот угрозы? Этот стыд, эти ужасные слова. Почему мы терпим то, что происходит в парламенте? Ну, слов просто нету. Дякую. Почему учили наших депутатов трусковцы, если все себя вот так ведут? Поражает, почему все ходят по залу, почему такое невнимание друг к другу. Выступает кто-то за трибуной, все остальные, ну слов нет. Каждый занимается своим делом. Мы сейчас, вот, извините, что я так долго говорю, наболела, я так долго не могла дозвониться, мы все настолько стали политизированы. Вот когда я слышу «Украина едина», хоть расстреляйте меня, да какая она нафиг едина? Все соседи переругались, все друзья переругались из-за этой политики. Мы раньше не говорили столько о политике, мы говорили о хлебе насущном больше. Вот сейчас эта тема животрепещущая, хлеб насущный, но мы все говорим о политике, нас вынуждают. Когда закончится беспредел? Когда начнут работать законы? Что должны дякую. Сделать? Дякую. На жаль, ми в прямому ефірі. Наш час дуже, все ж таки, часу дуже мало. В принципі, питання ваше зрозуміло. Пане Максиме, як ви вважаєте, як ми дожили до такого стану речей, коли десь закони діють, коли потрібно деяким чиновникам при владі чи, наприклад, олігархам, а в деяких випадках і в більшості випадках, які стосуються реально громадян України, вони не діють? Этим объясняется эмоциональный порыв телезрителя, которая только что проговорила такие вещи о том, что законы в нашей стране, к сожалению, не работают. Ну или не работают, скажем так, однобоко. На этом примере. На примере статистики преступлений, которые охватывают вот подобное, похожее действие, о которых мы только что говорили. С 2014 года по нынешнее время примерно около 50, немножко больше приговоров по преступлениям, давайте назовем их так, по преступлениям ненависти. Есть такой термин, употребляемый в международной практике уголовной, преступление ненависти. Это как раз та категория преступлений, о которой сейчас мы говорим. Это призывы к свержению конституционного строя. Это угрозы убийством или насилием в отношении государственного или общественного деятеля. Это преступления на почве расовой, территориальной, этнической принадлежности. Их у нас где-то порядка 50, как я проговорил. Но есть репрессия уголовная, есть, она имеет место. Но, к сожалению, что мы имеем, если мы посмотрим заложенки этой статистики? Мы имеем перепосты в соцсетях каких-то подверженных эмоциям людей и не более того, которые были осуждены вот по этим статьям, которые я проговорил, которые я указал. Яркие примеры высказываний, о которых мы все знаем, людей с известными фамилиями, как то Ярош, как то Буткевич, как то Фарион и же с ними. Дроздов, совершенно верно. Пока, к сожалению, остаются без внимания наших государственных правоохранительных органов. На мой взгляд, по моему убеждению, действия этих людей, они однозначно должны были быть, по крайней мере, расследованы через призму этих статей. А какие это конкретно статьи? Разжигание расовой ворожнечи, межэтнической ворожнечи, по территориальному признаку. Это мы говорим о 161 статье Уголовного кодекса Украины.
Мы говорим, опять же, об угрозе убийством государственного деятеля. Все прекрасно помнят слова Яроша, когда он обещал президента Украины повесить в случае там, невыполнения там, каких-то там, его условий, которые он ему проговаривал. И реакции никакой. Подобные вещи, к сожалению, нет. Думаю, по языковому признаку и по религиозному признаку. Оно не так часто, но, по крайней мере, тоже встречается. То есть в любом случае они занимаются тем, что раскалывают общество, в лучшем случае, на два лагеря. Конечно. И у нас получается, что уголовная репрессия, она действует действительно только в отношении каких-то рядовых граждан, которые у себя в Фейсбуке там, или в Твиттере, или в каких-то других соцсетях опубликовали какой-то пост или сделали репост чьего-то, чьей-то публикации и получили за это срок. Я думаю, вы за мной погодитесь, що вироків дійсно 50, але справ проти людей, які якось не погоджувалися з тими чи іншими тезами і не погоджувалися з політикою так званого Гермайдану, їх набагато більше, тому що, конечно, я знаю на своєму прикладі, що відкривається справ дуже, конечно, величезна кількість, і якщо я не помиляюсь, там коло 5-6 тисяч справ відкрито на даний час по 161, 258, 109, 110, 111 статті. І це все просто не дійшло до вироку. Тобто справи розвалилися, просто непосредственно. Ви тої власті як-то оказались таким неудобним жихаркою, який не захотіла лізти в печ. От і все. От. А якщо ми говоримо о приговорах, які вже состоялись, понятно, що це люди, так скажем, з менее такої серйозної, активної життєвої позиції, ніж ви. От і все. От, этим объясняется. Дякую. У нас есть еще телефонный звонок у студию. Витаем у вас, вы в эфире. Добрый вечер. Галина Днеп. Я хочу гостям задать вопрос. Скажите, пожалуйста, так вот этот развод как войск на Донбассе, он правильный или нет? Потому что одни говорят, надо, а прохоботы всякие активисты кричат, зрада, капитуляция. А мы, прости, украинцы, ну, мои знакомые в основном, но не понимаем этого. Дякую. Еще можно, Дмитрий, к вам вопрос. А вы будете обсуждать поведенку, переписку этого Еременко? Честно, ну за 3 дня уже, ну извините за грубость, задрали. По всем каналам целыми днями это и крутят. Дякую. Ну, я думаю, що питання не по темі сьогоднішньої програми, але, я думаю, по декілька слів наші гості прокоментують. Пане Олексій, що ви скажете з цього приводу? Ну, по поводу правильно і неправильно, я думаю, що в будь-якому випадку всі речі, які націлені на созидання, на мирну составляющу, це в будь-якому випадку правильно, якщо пользуватися риторикою вашого слушательницы вашей, то, в принципі, це так. І відповідаю конкретно. Да, це правильно. Розведення войск должно бути, тому що 5 лет брату убийственной войны, это позор не только для современной истории страны, это вообще как бы позор для мировой практики. Мы вроде как бы считаем себя цивилизованным обществом, и такие прецеденты, они показывают, что все-таки у нас доля цивилизованности осталась. Я имею в виду те инициативы, которые сегодня реализуются в плане прекращения огня, разведения войск и дальнейшей имплементации, вернее, реализации Минских соглашений, которыми, в принципе, вот уже 5 лет мы, в принципе, мы не только о них говорим, каким-то образом трактуем там и так далее, но вот сейчас хоть наконец-то приступили к их реализации. Что же касается противодействия этому процессу, ну, это объективная вещь абсолютно, потому что люди, которые были в этом процессе завязаны непосредственно, будучи на линии разграничения, то ли в составе действующих боевых подразделений, то ли в виде волонтерских каких-то команд, то ли в роли власти, которая в какой-то степени, в большинстве своем, естественно, поддерживал этот процесс, я имею в виду, разрушительный. И в данном случае они могут остаться не у дел. И, естественно, к ним со временем могут появиться очень много вопросов, а почему же у нас 5 лет эта проблема не решалась, а все стояло на своем месте. И дальше уже по цепочке мы будем разрабатывать, я имею в виду уже законодательные части, кто чем занимался за эти все 5 лет, и кто к чему пришел за эти 5 лет, и кто к чему привел ту или иную ситуацию в нашей стране. И, естественно, эти люди не желают такой участи себе, естественно, они будут этому противиться. Дякую. Декілька слів з вашої точки зору відповісти на питання нашого глядача. Я вважаю це абсолютно правильним, слава Богу, що таке вже почало відбуватися в кінці кінців, тому що ми всі чекали, є запрос
очень мощный запрос общества на эти события. Вот, они начались. Вот, будем надеяться на то, что и другие пункты Минских соглашений будут имплементироваться. И очень надеемся на то, что Донбасс будет реинтегрирован и деоккупирован, как того требуют нормы закона 2018 года, который был подписан еще Порошенко. Абсолютно гуманные вещи там прописаны, поэтому его надо реализовывать. Вот это что касается внутренней ситуации, но есть же еще внешняя ситуация. Как бы там ни было, нас обязывают уже, да, там снаружи Украины ситуация складывается таким образом, что уже Украину принуждают к миру. С этой окремой передачей. Мы еще поговорим на эту тему, так, да? Так, ну тогда зовите, и у нас есть еще один телефонный звонок у студии. Вітаємо вас, в эфире. Алло. Так, в эфире, слухаем вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от є такий у нас лідер Єфремов, і коли було засідання суду, його питають, ви громадянин України? Він відповідає так. А коли його питають, ви українець, він каже, такого поняття нема. Чи можна це розцінювати як розжигання міжнаціональної ворожнечі? Це по-перше. І друге питання. От наскільки нам потрібні економічно окуповані території? Дякуємо. Пане Максиме, я думаю, це більше ваша компетенція відповісти на такі питання. Я, к сожалению, не смотрел, не следил так подробно за словами и действиями господина Ефремова, но если он выразился так, как проговорила наша телезритель, то что могу сказать? Однозначно, конечно же, в его действиях нет никакого состава преступления. То, что он сказал, что... А чему пояснить? Он ни к чему не призывал, абсолютно. Он ничего противоестественного для нормального человека не говорил. То, что он не захотел отвечать на вопрос о своей национальности, ну, это его личное, абсолютно субъективное право. Он этого не сделал, в силу каких-то обстоятельств, не знаю, в силу каких-то своих убеждений. А по іншому питанню, пане Олексію, все ж таки, як ви вважаєте, коротко, яким чином наша глядачка вважає, що недоцільно отримувати непідконтрольні території? Тобто, як це зрозуміти? Це, напевно, якийсь натяк на сепаратизм, щоб вони відійшли до якоїсь іншої держави? Тобто, я думаю, це все може бути. Оце, я думаю, може підпадати під статтю. Так, мені не зовсім був, звісно, понятен вопрос, з однієї сторони, з іншої сторони, вірніше, мысли, которые хотела донести слушательница. Вопрос-то, в принципе, понятен. Нужны ли нам территории для того, чтобы мы потом их содержали? Но вопрос, а кто сказал, что мы их будем содержать? Это самодостаточный регион на сегодняшний день. И скорее Украина страдает от того, что части Донбасса с нами нету, чем сам Донбасс страдает от того, что нету с ним большей части Украины. Потому что, как бы там ни было, торговля, так или иначе, контрабандная, но она ведется. Углем донбасским Украина пользуется. Большинство ТЭС отапливается, вернее, снабжается именно донбасским углем. И поэтому в любом случае мы больше нуждаемся в этой части Донбасса, чем он в нас. Пане Максим, якщо трактувати питання нашої глядачки, якщо ми подивимося на кримінальний кодекс, тобто якщо б наша глядачка казала, що потрібно відокремлювати території Донбасу від України, тому що це недоцільно економічно, це був би заклик до роз'єднання України, тобто це був би сепаратизм і це була б конкретна стаття. Якщо вона це сказала, зараз ми бачимо, як питання, то це вже, я так розумію, не підпадає під статтю. Тобто поясніть ці моменти, я думаю, що нашим глядачам теж буде цікаво, коли вони будуть... Не будемо кубати нашого телезрителя, говорити о тому, що її дійсні слова підпадають під признаки преступлення. Ні, звісно ж, це її оціночне мнення на цей счет, і, відповідно, телезритель сформулировала таким образом вопрос, у нее есть сомнения в том, что это что сейчас Украина может экономически потянуть регионы Донецкую и Луганскую области. Ну, имеет на это право. Соответственно, есть определенное суждение на этот счет, есть какие-то, не знаю, мотивы для того, чтобы формировать такое мнение. Если бы это был призыв к сегрегации, этих регионов. Відокремлення Донбасу. Да. Тоді це була статья конкретно. Или если бы это были слова на кшталт слов Дроздова,
с предложением или выкопать ров вокруг Донецка, или там каким-то образом их огородить, или там создать фильтрационный лагерь, отобрать у них у всех паспорта украинские, и потом пропускать их через некие, как он выразился, фильтры, вот, чтобы определять людей на предмет благонадежности или неблагонадежности. Мы повернемся до цієї теми. На предмет сортности человека. То есть этот человек достоин быть украинцем, а этот человек не достоин быть украинцем. Идет уже персонификация определенная, да? Конечно. Градация по каким-то признакам. Здесь у нас абсолютно четкий, так скажем, хрестоматийный состав преступления предусмотрено статьей 161 Уголовного кодекса Украины. Дякую. У нас еще один телефонный звонок у студии. Вітаємо вас в эфире. На жаль, дзвінок зірвався, і ми продовжуємо. Як з вашої точки зору, чому зараз не реагує Генеральна прокуратура і не робить конкретних швидких дій по притягненню до відповідальності цих двох мадам, про яких ми говоримо? Слава Богу, колесо потихоньку со скрипом починає проворачуватися. Колесо вот этой облой системы под названием Генеральная прокуратура Украины. По моей информации, зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований эти преступления, предусмотренные статьей 346, возможно, 258 со значком 2 Уголовного кодекса, в отношении этих женщин. И я очень надеюсь на то, что ДБР не забарится с расследованием этих преступлений, тем более, что они с точки зрения криминалистической техники являются несложными. А поясни, как это на важки с точки зрения расследования? Мы все прекрасно понимаем, что факт зафиксирован. Факт есть в объективной действительности, он имеет место, и, соответственно, авторство этих слов, оно абсолютно не оспаривается. И я думаю, что никто не скажет, что эти дамочки были там не в здравой памяти, не там в светлом уме. Абсолютно адекватные люди, которые отдавали отчет своим действиям, они это все проговорили. Единственное, в чем, скажем так, будет процессуальная сложность, это в оценке этих слов, что они значат. До речі, от зараз у нас на плазмі виведена реакція лідера громадської думки щодо висловлювання цих дам. Це буде обставина, яка полегшує відповідальність, чи погіршує все ж таки їхнє положення у кримінальній справі, чи як з вашої точки зору? Тобто, якщо це стало таким резонансним, це для них з точки зору кримінального провадження добре чи погано? Я думаю, это тоже будет предметом исследования, конечно же, в рамках уголовного производства. Насколько эти слова были восприняты обществом именно как заклик до повалення конституційного строю, або погроза вбивством державного діяча, або заклик до вчинення терористичного акту. Люди высказываются по этому поводу, и они дают оценку этим словам именно как «что это такое?». Это бред сумасшедшего, это какая-то дурня, или действительно это слова, которые несут под собой некую подоплеку и, возможно, будут какие-то последствия. То есть кто их высказал, эти слова? Эти фразы были произнесены некими, не знаю, насколько это правильно будет сказать, лидерами общественного мнения. Если вот эта Маруся Зверобой, я не знаю, насколько она известна в социуме, я, к сожалению, к счастью, наверное, все-таки с ней не сталкивался. Но вот эта вторая, народный депутат Федина, она все-таки лицо известное, она публичная, медийная. Ну, вид партии ПС. Конечно, конечно. И то, что она проговаривала, это действительно имеет резонанс, это имеет последствия. Люди это все воспринимают. И... А з вашої точки зору, яка процедура, тобто що треба зробити ДБР, щоб оці дві мадам отримали вирок? Тобто послідовність яка? Тобто там їм підозру там вручають, потім лінгвістична експертиза якась повинна ж, мабуть, бути. Прежде всего, вони повинні виконувати свої функціональні обов'язки, які предусмотрені, прежде всего, Уголовно-процесуальним кодексом. Перечень следственных действий, которые должны провести ДБР, он абсолютно невелик в рамках этих статей. Абсолютно невелик. Самая большая сложность – это лингвистическая экспертиза, которую должны по ходатайству о назначении следователи Державного бюро расследования. Все.
Больше, я думаю, что никаких сложностей в этом деле нет. Mm-hmm. Что такое лингвистическая экспертиза? Это определение значения слов, которые были произнесены этими людьми. Что они все-таки означали? Есть ли в них призывы к совершению действий, которые описаны в соответствующей статье Уголовного кодекса Украины? Или нет этих призывов? Поясніть мені, як так сталося? Тобто ми зараз чуємо конкретний заклик до вбивства президента, але я знаю, що мій колега Руслан Коцаба, який був переді мною в ефірі, він відсидів у СІЗО 524 дні для лише тому, що він зробив відео на Ютубі і закликав, якщо немає воєнного стану, то потрібно ігнорувати мобілізацію. Тобто його за це посадили, судили. І зараз справа ще не закрита, але йому довелося провести конкретно 524 дні в СІЗО. Я не буду зараз про себе казати, там за Муравицького та інших журналістів, які теж постраждали від таких репресій. А чому зараз нічого не відбувається з такими персонажами, як так Фаріон, Дроздов, оці Федини, такі інші? Буквально 5 минут, 10 минут назад ми слышали емоціональний всплеск, да, телезрителя, который говорил о том, что у нас не работают законы. Ну, это действительно так. К сожалению, это так. То есть они у нас работают только в одну сторону. В сторону необоснованной репрессии людей, которые на самом деле не являются виновными в совершении каких-то преступлений. Время показало, что ни вы, ни Руслан Кацаба, они фактически вы преступления не совершали. Почему? Потому что если бы были совершены вами преступления, то, соответственно, были бы уже приговоры, вступившие в законную силу, ну и так далее. То, что касается фактов, о которых вы говорите, в отношении Яроша, Зверобой, Федыны, Карчинского, вообще можно будет причислять, Фарион той же, то сейчас нынешняя правоохранительная система при нынешней власти, она проходит некий, ну, скажем так, экзамен на дееспособность. То есть могут ли они выполнять свои служебные обязательства, служебные обовязки, которые им предписаны законом, или нет? Будет что-то сделано в этом государстве, в конце концов, в отношении очевидных преступлений? Потому что мы-то все с вами не идиоты, мы понимаем, что действия, которые вот в данном конкретном случае со стороны Федыны и этой Марии Зверобой, Маруси Зверобой, они являются преступлением. Преступлением против авторитета власти, за что они должны понести наказание. Это мое субъективное мнение как юриста. Я думаю, что оно правильное. Пусть органы следствия выполнят свои обязательства, расследуют правильно, качественно, быстро это дело, направят его в суд, и суд уже пусть вынесет соответствующий вердикт. Виновен человек или нет? Ну, хочеться вірити в те, що правоохоронці здадуть таки цей іспит. З вашої точки зору, чому така сталася дисонансна картина, коли тут можна порушувати закон, а тут можна саджати людей без ніякого реального приводу? От був би я одиночкою, да, от в даному випадку, я б вам предложив експеримент. А давайте ми зараз в прямому ефірі повторимо все, що було сказано от в цьому відеоролику. Да? Вот. Назовемо все, як було, то від свого імені. Ну, что-то я думаю, что завтра или послезавтра уже, наверное, наручники будут одеты на руки, и в данном случае мы будем выступать уже в качестве, в лучшем случае, обвиняемых. Да? Потому что заангажированность системы правоохранительной, она очевидна в данном случае. И за последние 5 лет, даже 6 лет уже практически, мы наблюдаем именно эту тенденцию, которая уже даже не стала тенденцией, а развилась уже в определенные правила нашей жизни. Для того, чтобы высказать свою точку зрения, ну, здравомыслящий человек должен тщательным образом подбирать слова. Если же человек тщательным образом не подбирает слова, то в данном случае он может попасть под действие... Я, до речі, как раз до цієї теми, я прошу студию запустить видео с паном Дроздовым. Мы не будем разбираться одинично с усіма. Ми повинні до цього підійти цинічно. В принципі, всі люди, які там 6 рік живуть в ЛНРі, ДНРі, які збираються на «Ми хотім в Росію», або це питомо внутрішньо підтримують, або не говорять щось проти.
Вони для мене є зіпсуті і втрачені люди, тому як громадяни України я їх не бачу. Тому, власне, я і кажу, будь ласка, ми відкриті для всіх. Ну, це я не політик, я не маю якоїсь програми там на якісь вибори, це просто моя позиція, як громадянина. Ми відкриваємо для них двері, але при умовах. І я дійсно хотів би, щоб перед цими людьми поставили дуже жорсткі фільтри. Тому що автоматично роздати українські паспорти всім тим, хто їх свого часу палив або крадькома десь ховав, це буде несправедливо якраз до тих 13 тисяч, які все ж таки мають зовсім іншу мотивацію. А який лакмус? Лакмус перебування в ЛНР-ДНР. Якщо ти не виїхав, ти автоматично позбавляєшся громадянства. І пізніше держава каже, набувай наново, але ми тебе маємо перевірити. Пане Олексій, вот, як це зрозуміло? Вот по поводу цинічності, цинічного підходу, як він виразився, да, вот эта особь выразилась, то в принципе фильтров. Раньше фильтры существовали в нашем государстве и еще до этого, я имею в виду советскую Украину, были специальные психоневрологические диспансеры, где содержались определенные категории людей. В данном случае вот Дроздов Остап, он находился бы в таком бы пансионе, ну, условно говоря, то есть в клинике. В клинике, да нет, этих надо лечить, причем принудительно, потому что такие высказывания, которые он себе позволяет, здравомыслящий человек себе позволить не может. То есть человек разумный позволить не может. Потому что если у человека есть некие сдвиги психологические, то он вот такую ахинею может нести. Поэтому, еще раз говорю, чисто цинично, по фильтрам, то он бы фильтрацию в свое время не прошел бы. Я имею в виду там Украину 20-летней давности, Украину советскую, то это, вот эта особь, она бы находилась под усиленным наблюдением медиков. Дякую. Пане Максиме, ми бачимо на конкретний факт розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Це моя особиста думка. Я думаю, що багато наших глядачів і наших підписників в соціальних мережах з цим погодяться. Але якщо розуміти, яким чином це впливає на Україну, то не треба бути дуже-дуже розумним, щоб зрозуміти, якщо в нас є конфлікт на Донбасі, якщо в нас є мільйони людей, які живуть на непідконтрольних територіях, коли вони дивляться на таке, з телеканалів, в даному випадку це був канал п'ятого президента України, п'ятий канал, і там, на непідконтрольних територіях, ну, ми ж розуміємо, що подивившись такі ефіри, такий матеріал, дуже багато людей реально візьме в руки зброю, щоб захищати якимось чином себе від таких, як оцей нешановний пан. З вашої точки зору, до чого може реально призводити отаке зволікання правоохоронних органів на такі дії, на такі висловлювання? В развитии вопроса хотел бы сказать следующее. История криминализации вот таких действий, так называемых преступлений ненависти, она уходит в Нюрнбергский процесс, ну, скажем так, новейшая история. И именно на Нюрнбергском процессе были определены некие критерии, которые явились отправной точкой для криминализации вот подобных действий со стороны таких лиц. На самом деле очень печально, что есть категория людей, которые говорят о том, что в принципе это, ну, допустимые вещи, это некий элемент свободы слова. Человек имеет право высказаться. Навіть хворий психічно. Проговорить некие там свои мысли, соображения насчет других людей. По этому поводу хочу заметить, что в развитии выводов, в развитии некого свода правил, которое определил Нюрнбергский процесс, что такое, Нюрнбергский процесс сказал, что такое фашизм, и его признаки были определены. И
65 году была принята декларация, конвенция, простите, международная конвенция, конвенция об устранении всех форм расовой дискриминации, которая тоже явилась некой формой развития выводов, которые были сделаны на Нюрнбергском процессе. В наших кодексах уголовных появились еще во времена Советского Союза, в Советской Украине, потом, соответственно, в независимой нашей Украине появились соответствующие статьи. И мы должны крайне внимательно относиться к такого рода высказываниям, когда культивируется в обществе понятие мононации, когда культивируется в обществе понятие теории лишнего человека. Ведь он, Дроздов, сказал о том, что я не буду идентифікувати, я не буду індивідуалізувати, я буду казати про все населення Донбасу. Крайне опасные вещи. А це конкретно підпадає, з вашої точки зору, під кримінальну статтю розпалювання міжнаціонального ворожнечі? Абсолютно. Это чистая, хрестоматийная 161 статья Уголовного кодекса. По моей информации, сегодня зарегистрировано уголовное производство, слава богу, в Подольском районном управлении нацполиции по данной статье в отношении этого пана. А кто инициировал этот процесс? По моей информации, инициатором был народный депутат от ОПЗЖ Волошин. Угу. А також нам є відомо, що і Олеся Медведєва зі сторони ЮА подала теж подібну заяву. Да. Розкажіть про це. Ми маємо честь допомагати Олесі в данном начинании, и мы считаем, что она совершила абсолютно гражданский поступок. Она подготовила с нашей помощью заявление, которое было сегодня подано моими коллегами, адвокатами нашего объединения в органы нацполиции. И мы тоже надеемся на то, что будет определенным образом, правильным, законным способом дана оценка действиям этого пана. И это будет некая превенция, это будут некие такие хорошие, эффективные, надеюсь, превентивные меры в отношении подобного рода высказываний. Я знаю, как эти высказывания называются, и, соответственно, я озвучиваю. Они называются проявлением фашизма на территории нашей страны. Они должны быть преследованы и наказаны. Этого быть в нашей стране не должно. Дякую. І у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Не дочекалася глядачка наша все ж таки потрапити до нас до ефіру, дзвінок зірвався. Пане Олексію, як ви вважаєте, такі вислови з вашої точки зору, пана Дроздова, можна розцінювати як намагання розпалити конфлікт на Донбасі? Тому що ми ж розуміємо, що дуже багато людей реально може взяти зброю у руки і піти стріляти у сторону ВСУ. Ну, дело в том, что это только один из аспектов того, что он делает на самом-то деле. Потому что, я имею в виду Дроздов. Во-первых, под воздействием его высказываний какая-то часть украинцев может, украинского общества, я имею в виду, может действительно воспротивиться в возвращению Донбасса обратно в состав Украины. И таким образом действительно могут взять оружие и пойти уже там начать более активно, так сказать, этому противостоять. С другой стороны, здесь процесс намного глубже лежит, потому что это касается не столько вот внутриукраинских каких-то проблем там или забот. Украину сегодняшнюю, современную, следует рассматривать как антироссийский проект в первую очередь. То есть я имею в виду ту Украину, которую формируют вот такие вот персонажи, как Остап Дроздов и же с ним. И следовательно, вот эту всю, весь наш кризис украинский следует рассматривать в первую очередь именно вот с этой точки зрения, антироссийский проект. И для чего это все происходит? В первую очередь, ну, идет действительно очень серьезное сегодня, ну, фундаментальные изменения в мире. Естественно, есть силы, которые эти изменения поддерживают, есть силы, которые противятся. Соответственно, те силы, которые противятся, они собираются вот с помощью вот и Дроздовых, и прочих вот этих вот зверобоев и всего остального. Их задача, в принципе, как можно больше дальше оттянуть этот процесс с тем, чтобы преобразований не произошло.
Ну, жаль, да, я би розказав би більше. На жаль, час дуже так, дуже мало в ефірі. Якщо ми подивимось, пане Максиме, на цю проблему розпалювання міжнаціональної ворожнечі, то вона почалася не вчора. Наприклад, от я зараз попрошу нашу студію поставити в ефір конкретно висловлювання ще одного журналіста Буткевича. Так може бути тому, що Донбас взагалі регіон, який, ну, це не просто депресивний регіон, розумієте, там настільки великий комплекс, такі грона проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. В економіці, повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Ще не менше мільйона півтора, там просто зайвих людей. Що хочу сказати, нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс. Які треба відповідно з приводу розуміння Донбасу. Мені здається, що ну, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко. Але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Пане Максиме, тобто ми бачимо, як ще в 14-15 роках розпалювали відкриту міжнаціональну ворожнечу. Конкретно по цьому випадку тут ряд громадських організацій, це документи, я вам показував їх перед ефіром, для того, щоб задокументувати та подати до правоохоронних органів конкретно факти цього злочину. На жаль, на даний час навіть ця людина ще не покарана. Тобто навіть суди не розпочались, просто ігнорують сам факт цього злочину. З вашої точки зору, чому це стало можливе? І є в Україні організації, які теж, як і медіа-реєстрація, фіксують ці злочини для того, щоб потім, все ж таки, коли ситуація зміниться, і коли прокуратура і правоохоронні органи здадуть цей екзамен, щоб притягнути все ж таки до відповідальності таких персонажів, незважаючи на те, що вони це казали рок, два чи три назад. Есть, конечно, такие группы людей, которые фиксируют, дают этому оценку свою правовую таким действиям, таким высказываниям, вот как мы только что услышали со стороны этого товарища. Кстати, слышали, да, о чем он сказал? О том, что, так. Да, сколько он там говорит, полтора там, миллиона зайвых людей. Абсолютно. Конкретно убить. Абсолютно четкое отображение теории лишнего человека, которая является одной из составляющих частей гитлеровской идеологии. Ну вот, он абсолютно неприкрыто об этом говорит. Теория лишнего человека, который не должен жить в полноценном, так скажем, обществе. Ну, то есть идеи конкретного фашизма, которые заборонены прямо у всяких международными конвенциями. То есть без какой-то там, знаете, там софистики, там какой-то там игры слов, каких-то манипуляций, там какого-то... То конкретно юридично вызначено. Да, каких-то там фразеологических прикрытий. Все четко, абсолютно, тупо проговорено, вот как по конспекту. То есть это конкретно криминальный злочин? Конечно. Этот человек однозначно должен быть привлечен к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса Украины. Как разжигатель вражды. Это 100%. Единственное, что это вопрос во времени, когда это произойдет. То, что касается фиксации фактов, как я проговорил, есть люди, есть общества, которые занимаются документированием данных фактов, в том числе и мы. Наше адвокатское объединение тоже на общественных началах этим же занимается. Мы направляем периодически заявления в правоохранительные органы о реагировании. Мы заставляем правоохранительные органы через суды регистрировать данные преступления. К сожалению, расследование подобных фактов ведется ни шатко, ни валко, но, опять же, это все дело времени. Я очень надеюсь на то, что наша страна не скатится в такой, знаете, ров абсолютного безразличия или восприятия вот такой информационной повестки дня. Этого быть не должно. Нормальный человек, здравомыслящий, с гуманными принципами, он не может жить вот в такой информационной политике. Ее быть не должно. Такой идеологии быть не должно. Почему? Потому что тогда в этой стране останется только один Буткевич. Если государство будет поддерживать тех, вот таких Буткевичей, просто нормальные здравомыслящие люди отсюда уедут.
Их не будет никого здесь. Ну, так, це питання, я думаю, дуже серйозне, тому що ми ж розуміємо, що все ж таки, якщо ми хочемо реально прийти до миру в нашій країні, то ну, це дуже буде важко зробити, коли у нас таке буде в прямому ефірі по таких телеканалах, і це буде, як і ці всі процеси будуть якимось чином ще й рекламувати, ну, з вашої точки зору, там є конкретно склад злочину, і з вашої точки зору, чому його ще не затримали, чому він досі на свободі? В даному случае слідує розглядати, в першу чергу, політичну составляючу тих заявлень, які робив і Дроздов, і Буткевич. Буткевич об этом говорил намного раньше, естественно, это же старое видео, да, вот, и неоднократно был засвечен. Да, он неоднократно был засвечен в таких высказываниях. И к нему вопросов у правоохранителей, естественно, достаточно много, но это, опять же, это в первую очередь политика, потому что здесь затрагиваются вещи, которые через криминальную составляющую, да, они все-таки формируют политический образ Украины сегодняшней и тех людей, которые населяют, ну, по крайней мере, значительно немало ее части. И если эти люди готовы к таким действиям, которые направлены на уничтожение своих же сограждан, то в данном случае нас и рассматривают сквозь эту призму. Я имею в виду там, часть каких-то сил политических там, или финансовых, которые видят в Украине, в первую очередь, объект для реализации своих интересов. И поэтому, естественно, таких персонажей будут использовать для того, чтобы страну расколоть. Расколотая огромная территория в центре Европы позволяет манипулировать уже другими участниками этого процесса, я имею в виду большого глобального политического, и европейскими государствами, Российской Федерацией, ну, возможно, кем-то там из других частей. Дякую. И у нас есть еще один телефонный звонок у студии. Вітаємо вас, вы в эфире. Також звонок не зірвався. Пане Максиме, з вашої точки зору, оці всі злочини, які проти держави, проти людяності, за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, яким чином суспільство може вплинути на пришвидшення цих процесів, тому що ми розуміємо, що зараз останні 5 років нічого не робилося, щоб реально притягти до відповідальності цих людей. Яким чином зараз можна з адвокатських об'єднань, з громадських об'єднань, якимось чином впливати на ці процеси і що з вашої точки зору потрібно робити? Общество должно інформаційно піддавлювати. Это однозначно, это моє убеждение, которое абсолютно підтверджується практикою. Візьмемо пример того же Портнова. Андрей Владимирович очень методично, очень системно занимается и публично одним вопросом, выведением на чистую воду нашего бывшего президента. И у него это получается. Во многом благодаря чему? Тому, что он это все делает абсолютно открыто информационно, аргументированно и массированно. Вот то же самое нужно делать в отношении каждого вот из таких Буткевичей со стороны общества. Общество должно очень остро реагировать на данное проявление. Не единично, не единожды, а системно заставлять государство, чтобы это колесико постоянно проворачивалось, чтобы правоохранительная система работала, чтобы государственные мужи, они придавали остракизму вот таких вот своих коллег, как та же Федина, говорили о том, что родная, иди, сложи мандат и вообще уйди с повестки дня. Мы не будем с тобой общаться после этого. То есть за этим всем должна следовать ответственность, понятно, уголовная прежде всего, политическая, моральная, да любая другая. А є конкретно статті, які стосуються правоохоронців, які не реагують на такі злочини, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тобто є якась відповідальність правоохоронців, якщо вони будуть і далі методично не виконувати свої завдання? Ефективних механізмів воздействия, к сожалению, вот таких, щоб, допустим, сьогодні ти там определив, що цей правоохоронитель не виконує свої функціональні обов'язки. Завтра він був привлечений до відповідальності. Ми що зараз маємо? Ми зараз маємо сумасшедший кризис кадровий, це ні для кого не секрет. І просто некому, по большому счету, цим займатися. Быстро і ефективно. Тому приходиться зараз
жить в тех условиях, которые сейчас у нас есть, в условиях жесточайшего кризиса кадров, в том числе и в правоохранительной системе. И какого-то эффективного рычага воздействия на них пока, к сожалению, нет. А есть криминальные статьи за невыполнение службовых обов'язків, например? Конечно, да, можно будет квалифицировать действия тех же правоохранителей, если они умышленно не будут расследовать абсолютно явные случаи преступления, совершенные определенными лицами. Но это, знаете, это такая очень длинная, долгая песня, которая к результату нужному не приведет. Лучше, конечно же, как мы говорили до этого, информационно, системно обществу поддавливать на такие проявления, соответственно, заставлять государственную машину реагировать, чем быстрее и эффективнее, тем лучше. Дякую. Я думаю, якраз з цього приводу ми ще зробимо серію програм з цього приводу, де будемо детально висвітлювати усі конкретні факти та якісь дії чи висловлювання, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Я думаю, що наші колективні зусилля все ж таки призведуть до результату. А я дякую нашим гостям за змістовну розмову. В наступній годині з вами Руслан Коцаба. Він чекатиме на ваші дзвінки. Не перемикайте.